Всем здравствуйте! Это главные новости. Хотим познакомить вас с интересной, как нам кажется, информацией. Экспедиция Национального фонда индейцев, когда исследовала леса Амазонии и Бразилии, сделала неожиданное для себя открытие. Ученые запустили дрон, которому удалось снять в лесу племя дикарей. После увиденного исследователи направились к ним навстречу. Ранее о них не было никаких сведений, и в данный момент экспедиции пытаются установить их происхождение. Исследователи надеются на то, что им поможет в этом язык, на котором разговаривают дикари. На снятых кадрах виднеется опушка леса, где племенные жители собирают урожай. Еду они добывают, используя лук, стрелы и древний топор. Также удалось заснять их хижины и лодки. По словам экспедиции, в резервации Вале-до-Явари, где найдено ранее неизвестное племя, проживает больше 10 племен. Местные жители не особо идут на контакт с исследователями и стараются держаться подальше от цивилизации. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а с вами были главные новости.